Чебоксарские школьники в очередной раз проверили свои физические возможности. Более 400 старшеклассников получили возможность сдать комплекс «Готов к труду и обороне», результаты которого уже в предстоящем учебном году будут учитываться при поступлении в вузы. В 2014-2015 годах нормативы комплекса ГТО сдали более 3500 чебоксарцев. Преимущество, конечно, отдается участникам пятой ступени. Это школьники 16-17 лет. Именно они станут первыми, кто официально будет сдавать нормативы ГТО в Чувашии, так как ведущие вузы страны готовы начислять дополнительно от 1 до 4 баллов абитуриентам, у которых есть серебряный или золотой знаки. Сдать нормы в Чувашии будет возможно в каждом муниципалитете республики. Пока ведется активная работа по оснащению пунктов тестирования необходимым оборудованием. В рамках подготовки России спортивной державы была укомплектована наша база полностью всем оборудованием для принятия норм ГТО. На прошедшем тестировании ученики чебоксарских школ проверили себя в 6 видах дисциплин. Многие из них хотят не только увеличить свой итоговый экзаменационный балл. Чебоксарские школьники действительно любят физкультуру и спорт. Я знаю, прыжки, подтягивания, гири будут. Вот. Потом дальше будет и стрельба, бег. Вот. Да, вообще очень хорошее дело. Очень рад, что такое мероприятие существует. Сдаем прыжки, подтягивания, всякие различные нормы. Я очень рад этому, потому что каждый может узнать или проверить свои спортивные какие-то способности, проявления. Каждый из присутствующих рад, то, что он находится здесь. Это была не последняя массовая сдача комплекса «Готов к труду и обороне». Впереди проверка физической подготовки студентов, сотрудников бюджетных организаций и представителей правительства республики. Екатерина Абрамова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.